А вот в Москве, наоборот, установилась аномально теплая погода. Из-за этого даже на деревьях начали появляться почки. Сейчас в российской столице все напоминает не зиму, а весну. От снега, который выпал в декабре, ничего не осталось. Среднесуточная температура в эти дни плюс 4 градуса. Это почти на градус больше прежнего рекорда, который зафиксирован 25 декабря 1910 года. Но синоптики заверяют, что скоро все встанет на свои места. Уже в эти выходные начнет холодать.